Добро пожаловать в мой новый влог, и сегодня вы со мной проведете очень прекрасный, милый день, 14 февраля. Я безумно счастлива вам показать, как сегодня мило, романтично, может быть и нет, мы будем отмечать сосками его. А еще у меня 2 недели назад началась новая жизнь, и я хожу в зал практически каждый день. И сегодня, потому что у меня весь день будет забит учебой и гулянками соском, я встала в 8 утра, чтобы пойти в зал. Сейчас я туда и направляюсь, так что встретимся уже там. И расскажу поподробнее уже там про свою новую жизнь и все остальное прочее. Что ж, хотелось бы пару слов рассказать о своей тренировке, что я делала. У меня обычно либо силовая, либо кардио тренировка. Сегодня я сделала кардио натощак, то есть я не завтракала. После того, как я делала какую-то тренировку, я обязательно записываю это в приложение, которое называется LifeSum, потому что оно считает мои калории. Я записываю сюда каждый прием пищи, воду, которую я пью, калории, которые я трачу на спорт. Здесь еще всякие диеты есть, рецептики, очень легко в использовании, регистрация вообще минимальная, так что я думаю, что вам понравится. На самом деле это очень важно, считать свои калории, и гораздо важнее даже просто вести, соблюдать питание, нежели чем спорт. И в этом как раз очень помогает LifeSum. Я похудела однажды, записывая, ведя все свои калории, взвешивая еду на 7 килограмм. И я считаю, что это большая заслуга вот таких вот сервисов, потому что ты видишь свой результат, ты видишь, сколько ты съел, ты видишь, сколько тебе осталось съесть. Приложение бесплатное, и, например, подсчет калорий, индекс здоровья, трекер привычек не будут вам стоить ничего, но я советую приобрести премиум аккаунт, чтобы вам были доступны абсолютно все фишки LifeSum. Например, рецепты здоровой и вкусной еды и 3-недельная программа снижения веса. А стоит это совсем все недорого, плюс для подписчиков моего канала действует скидка 30%, и все условия я оставлю в описании, так что переходите туда и чекайте. Как говорится, наконец-то я красотка, уже еду в университет, не успела покушать, неожиданно для себя. Я все затянула очень сильно, поэтому хотела, у нас там кафешка есть в зале, покушать гречку с курочкой, но, к сожалению, не хватило времени. Пока я такая нормасная, в плане я не хотела говорить без косметики много, вот, хотелось бы еще рассказать вам, что за новая жизнь. Ой, солнце, ты так не вовремя. А именно, уже 2 недели я хожу в спортзал регулярно, я встаю не очень поздно, я ложусь не очень поздно. Я кушаю очень хорошо и не переедаю. Я не ела в Макдональдсе шоколадки, всякие круассаны, печёности, хлеб уже 2 недели. И начинается вот 3-я, сейчас уже среда, то есть вы понимаете, что мои намерения суперсерьезные. И я счастлива, и я чувствую, как я владею своим телом, как я над ним властна, господи, это странно звучит, но действительно у меня немножко исчезла лень, хотя все равно ленивая, разумеется, но я сегодня смогла встать в 8 утра, чтобы пойти в зал, и это для меня большой показатель того, что я действительно имею какие-то продвижения. Не могу сказать, что в весе, потому что я боялась взвешиваться перед похудением и не сделала этого, поэтому я не знаю, сколько я сбросила. Посмотрим, что из этого выйдет. Я очень хочу увесить к весне, к лету 50 килограмм. Если получится меньше, будет круто. Если хотите больше подробностей по поводу того, как я питаюсь, что я ем, я очень часто это публикую все в сторис, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, потому что влоги выходят не каждый день. Это эфирные масла, которые придают, на самом деле, столько радости большинству людей. Всем очень нравится этот запах. Поэтому если их все пережарить, то, конечно, уже того аромата не будет. Хотела еще рассказать вам, что я подсела на новый вид контента. Это есть видео, там музыка, еще что-то, и есть подкаст. Это просто длинные
аудиозаписи, либо диалоги, либо монологи. Это уже мой второй подкаст, который я слушаю. Создательница одной кофейни очень хорошей рассказывает о том, как она создавала свою кофейню. Я люблю кофе, пить, слушать про него, читать про него. И кофейни обожаю тоже, поэтому мне сейчас очень интересно. Я еду, мне хочется что-то на фоне слушать. Иногда музыка надоедает или нет каких-то новых песен, и тебе хочется ехать и слушать что-то, какой-то разговор, но видео — это все-таки что-то отвлекающее. А подкаст крут, когда ты красишься или собираешься, или, не знаю, там, готовишь, убираешься. Очень удобно, тебе не нужно даже отвлекаться, просто наушники в уши, и ты слушаешь. Включаю, я узнала об этом только вчера, и это очень-очень удобно. И это абсолютная не реклама, потому что подкасты — это то же самое, что там видео. И даже приложение на айфоне, через которое я слушаю этот подкаст, оно так называется подкаст, и оно как бы изначально было на айфоне, когда ты покупаешь айфон, оно там есть, потому что это просто как музыка, как видео. И я уже в универе сейчас буду показывать вам, как у нас здесь лекции проходят, уже не раз показывала, покажу еще, потому что знаю, как вам это все интересно. Ты не против, я тебя посымаю? Посымаю, не против? Посымай. Интервью немножко возьму еще? Бери. Дела как? Нормально. Спасибо. Вот так вот, большой кабинет, где проходят лекции. Потрясающе просто, просто потрясающе. Кофеек. Здесь должно быть 60 человек. Ну, еще не все собрались, но, как видите, ходят мало людей на пары. Маша пришла, Маша пришла. Принести? Хорошо. Давай, Маша, допи. Маша староста просто. Нафиг ей это надо было? Вопрос. Тут? Маша купила себе новые очки. Мне они идут, кстати. Я у тебя их отжимаю. Нет. Тогда не отжимаю. Мои люди всегда со мной. Я не боюсь того, что будет. Дальше следующий этап — это внесение на правительственную комиссию. Гость пришел. Что за сейчас? У нас сегодня 14 февраля. Где мои цветы? Где цветы мои? А конфетки? Придется дарить. Маска за тебе. Офигеть, это так должно быть? Да. Офигеть, красиво. А где мой подарок? А почему пахнет цветами? Потому что ты мне не подарил цветы. Это тебе, Валентинка. Она закрытая зато. Потрясающие столовые. У нас столовые очень даже неплохо, так что это я... Что, очень веселая ситуация. Смотрю как-то сторис Насти Фетт, это фотограф, подружка моя, наша. Вот. И у нее там в Бауманке продают за 6, по-моему, рублей морковку вареную, свеклу и картошку. И ты такой сидишь и думаешь... Неочищенную. Неочищенную. Типа, с вами все в порядке, ребят? В результате не приводит к вырубке массива. Однако в некоторых случаях... Вот ты загорелый, с Дубая вернулся. Дела обстоят замечательно, потому что мне нужно подойти. Я сегодня поставила себе цель подойти к моему учителю по французскому, чтобы начать закрывать свои долги. Я не подойду, но когда я об этом думаю, у меня наворачиваются слезы, и я такая думаю, нет, пожалуй, не сегодня. Но откладывать это все максимально тупо, потому что все равно это надо сделать. Тогда чё я так туплю? Маска, где мои цветы? Там... Какие цветы? Конфеты, подарки. Как жаль, что их даришь не ты. Ну какие? Какие цветы? Ну подарок. Цветы? Мы договаривались? Нет. А потом он мне будет в директ отправлять видосы, что он романтик. Ага, ага. Он романтик. Он не романтик. Просто он экономный. Подожди, забыл Валентинку на парте. Да. Ты забыл то, что я, прикиньте, просто взял, встал и ушел без моего подарка.
Кто? Я взяла в итоге он. Его. Почему? Не было такого. Он забыл. Не было просто такого. Забил на мой подарок. Я отмечаться пошел, а ты и даже не позаботилась, чтобы взять. Я взяла, но выкинула. Выкинула, могу, ну, большая открылась, пойдем, она у меня в кармане пойдем, расфигачилась. Ладно, пойдем. Я буду ждать Оска, у меня пару отменили. Да. Нет, не знаю где. Ну, что я могу сказать? Насчет того, что я говорю Оску, где мой подарок, разумеется, это шутка. Вот, так что это всего лишь приколы, подколы. Я знаю, что он делает меня счастливой не только в этот день, и другой, любой, каждый день. И делает какие-то иногда спонтанные подарки, спонтанно какую-то приятность, поэтому я ничего не ждала от него в этот день, и, собственно, сама ничего не подарила, просто первую попавшуюся шоколадку купила. Вот, так что мы милуны. Ну, да. Ой, господи. Я влог снимаю. Влог снимаешь? Угу. И что ты говоришь там? Ты хочешь на моей по шине поехать? На твоей поедем? По шине. Поехали на моей. Я уже погрела. Поехали на твоей. Поехали. Чем меня в универе пытала? Перед всеми. Пытала, что ты мне подарок не подарил? Да. Оск, ну я так шучу. Я же даже уже подписчикам сказала, что я так шучу, потому что Оск меня чаще гораздо радует, чем эти тупые праздники. А теперь езжай к моей машине. Это ты что, меня в заложники взял? Езжай к моей машине, я тебе подарок подарю. Ты врешь. Ты шутишь. Езжай к моей машине, я сказал. Хорошо, что я это снимаю, господи, контент от Бога. Можешь мне поснимать, пожалуйста? Я не верю тебе, ты шутишь и смеешься. Сейчас, не выключай. Сейчас, посмотрим. Не выключай только, я хочу, чтобы все было как есть. Держи камеру. Мне выйти? Ну, хочешь, выйди. Хочу выйти. Сейчас посмотрим, кто это ей подарок не подарил. Ничего не достанешь, да? Ничего не достанешь? Я не смотрю. Подожди. Если там что-то тупое. Ну-ка посмотри. Это те вкусные конфетки из Duty Free. Посмотри-ка, ну-ка. Еще конфетки. Ты хочешь, чтобы я был толстый? Нет. Это Gucci. Это очень крутой аромат. О, да ты такая милашка, я тебе ничего не подарила, ты плохой. Блин, Оск, ну как ты посмел? Это очень крутой даришь аромат. Даришь плохо, не даришь плохо. Который мы выбирали с мамой и сестрой. О, тебе. Это еще милее, блин, вы прикиньте. О, спасибо, у меня из Гуччи. Ты крутая. А тебя нет. Да, ты мне подарил какую-то открытую шоколадку, которую я ставил. Я за ужин сегодня заплачу. Вау, тогда поехали. Все, выключаем. О, стоп, я ему на 23 февраля подарю очень крутой подарок. Посмотрим. И отыграюсь. Хорошо. Мы сидим, болтаем, не виделись сколько, 10 дней где-то, он был в Дубае, вернулся. И даже мы сейчас вместе не потому, что сейчас 14 февраля, а потому что мы не виделись долго, это первый день, когда мы можем нормально увидеться, потому что у нас нет особо пар, много, да? Да, это прекрасное чувство, когда долго не виделся и хочешь домой поехать. Оск хочет домой. Я говорю, Оск, мы сидим час. Он говорит, ну мы все обсудили. Я говорю, дальше в кино хочет. Ну он просто ненавидит кино всем своим сердцем. И я люблю очень кино. Оцени наш 14 февраля из 10 тысяч. Сейчас оценю. 10 тысяч. Ладно. Ой, не про подарки сейчас. Я имею в виду из 10-бальной шкалы, по 10-бальной шкале наш день, наше свидание. 10, конечно. А я на троечку. И то 3, потому что мне подарок подарил. На троечку? Да. А дай подарок я другой девушке подарю. А ты усики сбрей? А ты нет. Вот и настал час, когда мы расходимся. На этом мы заканчиваем этот влог. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравился наш 14 февраля. Все больно. Ладно, пока.